дело движется. Что случилось? Кажись, простыл. Маркус? Если заболел один эльф, то вскоре всем эльфам конец. Это катастрофа. Вот что нам нужно. Купи 92 тысячи упаковок витамина С, метнись туда-обратно и все. Прямо сейчас? Да, сейчас. Слушай, Санта, не будь занудой. У меня не было времени проверить сани, тормоза барахлят, резина лысая и дворники не работают. Это самоубийство. Смешная, наметнись туда-обратно. Внимание всем оленям! Зона турбулентности! Паркуемся там, возле той большой красной грузки! Сдаем задом. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Где тут товары для эльфов? Ой. Мне 92 тысячи штучек вот этого. Да не вопрос. Фамилия? Клаус. Имя? Санта. Нужен алкотест и наркотест. Да. Это поможет моим эльфам. Сначала наркотест. Точнее. Я ваш адвокат, я вам помогу. Вы понимаете, что вы в тюрьме? Да. Да? Спасибо. Знаю, я сам играю в монополию. Давайте я выброшу дубли и выйду отсюда. Можно прокатиться? Нет. Пожалуйста. Нет. Ты знаешь, что будет, если впервые в истории Рождества дети не получат игрушки? Нет. Я тоже. Но если я не спасу моих эльфов, Рождества не будет. Я Санта. Нужно доставить подарки. Легче! Времени в обрез! Волшебным образом ничего не случается. Нужно бороться за тех, кого любишь. Просто слово в слово речь мисс Вселенной. Санта и компания. Как будет привет на оленью? Это вот так. Ум-ум. Нет, вы сказали, ты хочешь клубничный йогурт? Теперь он хочет йогурт.